Здравствуйте. Здравствуйте. Я все очень хорошо понимаю. Что вы понимаете? Я понимаю, что вам очень трудно, что есть новый указ, поэтому я буду говорить обиняками. Чем-чем? Ну, обиняками, там, намеками вокруг да около. Скажите, у вас нет? Ну, раньше в них пасли скот. Синего цвета. Телогрейки, что ли? Да нет, какие телогрейки? Нет, пасли скот не у нас, а там, на Диком Западе, ковбои. Ну, там еще сзади фирменная наклейка. А, джинсы! А, нет, намеками, а? Ну, вы же сами видите, что у нас. Ну, вот. Я забыла сказать вам самое главное. Если вы поможете мне приобрести эти предметы, то я лично вам дам. Ну, это печатается на хорошей бумаге с водяными знаками. И там есть цифры. Знаете что? Да. Если вы сейчас не прекратите ваши намеки, я сюда позову одного человека. Он одет в костюм отечественного производства, серого цвета. И на плечах у него, знаете, такие штучки с золотыми звездочками. Он работает в учреждении, где есть комнатки, в которых очень мало мебели. Туда так просто войти и очень сложно выйти. Намек поняла. Исчезаю.